Отрочество закончилось и... Ты прям заблудшая овечка. Пришло время колледжа. Общага фигня. У нас целых два дома. Мы как короли. Быстрее, выше и глубже. Я? А я? А что за коричневая хрень на губах? Я подумал, это свет так падает. Это у тебя узоры, что ли? Эй, Джейкоб, офигеть. Мы в колледже. Безудержные вечеринки. Я установил несколько правил. Первое. Никакого алкоголя в домах. Второе правило. Не водить девчонок в спальне наверху. Сумасшедшие друзья. Твою! Прислушаться, парни, прислушаться. Мне нравится Ван Хален. Горячие свидания. Ее подруги спросят, что за парень? На кого учится? А он бейсболист. А как ты узнал мой номер? Нравится? Боже, как это мило! Я принимаю все, что дает жизнь. Хорошее и плохое. Самое главное и в искусстве, и в жизни – участие. От оскароносного режиссера Ричарда Линклейтера. Вечеринка! Знойная молодежная комедия. Сегодня один из лучших дней в моей жизни. Каждому свое.